Понимаете, я даже не поняла, что случилось. Мы все стояли, ждали поезда внутри, в середине зала. Потом я услышала хлопок. Обычно так сбивают на ППО что-то. А потом начался обстрел. Я думаю, это грады. Ну, честно говоря, думаю, что я погибну. Знаете, что самое страшное, если такое будет каждый день в городе? Это просто ужасно, если такое будет. Здесь было много женщин и детей, это вообще ужасно. В этой электричке уже были сформированы группы, уже находились люди, они готовились к отправке. Отправка должна была быть через 10 минут. Соответственно, люди уже в ожидании сидели с животными, с детьми, в тамбурах стояли кто-то, кто прощался. Сегодня, 8 апреля, украинскими вооруженными силами был нанесен удар тактической ракеты «Точка-У» по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин, як і масові вбивства в Бучі.